Всем привет, меня зовут Ксения. И, короче, я сейчас так вообще стрёмненько поторговала. Прибыльно, но при этом стрёмненько, нарушая прям все правила, которые только можно. Я после того, как сейчас договорю, я пущу вам эту торговлю. Очень сильно рекомендую вам посмотреть на нее. То есть я ее ускорю, и там, не знаю, минут, наверное, 5 получится общий экран. Все комментарии, которые я там на камеру говорила, я даже выкладывать не буду, потому что такому учить нельзя. Но так как я умею даже из самого плохого вытаскивать выгоду, выгода данной торговли была именно в корреляции. Корреляция — это когда у нас какие-то активы двигаются либо синхронно, либо антисинхронно, ну, то есть в обратные стороны. Есть там прямая корреляция, обратная, все такое. Вам это не нужно пока что. Просто посмотрите на эту торговлю, на этот бешеный money management. Увеличила депозит более чем в 2 раза. На вывод поставила $400, и сейчас вот буду включать камеру после этого видоса и пытаться разогнать там сколько, $60 или $70 у меня осталось. Вот, в целом, такое бесполезное достаточно видео, но я верю, что хотя бы кому-то из вас оно поможет. И, наверное, самая еще главная суть, которую я еще раз вам хочу проговорить, бинарные опционы — это очень опасно, это очень рисково. Брокерам бинарных опционов абсолютно не выгоден ваш заработок, то есть каждый брокер, где вы регистрируетесь, их цель — вас слить. Но они это не делают там графиками, они не блокируют счета просто так, вы сами себя сливаете, потому что это азартная штука. Поэтому еще раз, миллион раз подумайте, хотите ли вы заниматься данной деятельностью. Например, я в 26 лет седая, я об этом тоже уже устала говорить, хоть я на этом умею очень много денег зарабатывать, раньше зарабатывала очень много денег, сейчас уже у меня получаются прям нормальные цифры, но я подстраховываю этот доход партнерской программой. То есть я понимаю, что если я сольюсь, что если я уйду в минус, то у меня есть еще источник дохода, который меня продержит на плаву. И причем неплохой источник дохода. Арбитраж трафика — это крутая штука. Мне сейчас прикольно торговать. То есть вот после такого перерыва я прям чувствую кайф. Если у вас этого кайфа нет, то присмотритесь к другим источникам дохода. Ладно, все, вырубаю вам торговлю. Я надеюсь, что это видео, хоть оно и бестолковое такое, вам понравится. Поэтому поставьте лайкосик, напишите комментарий, а я пойду снимать 3-й видос за сегодня уже.